А по поводу данной полки я вам скажу, что я тут делал так, что, естественно, рисунок он идет, должен продолжаться. Это я так считаю. И он продолжается. Он-то и будет здесь продолжаться, потому что здесь оригинальная кромка и здесь. То есть это как идет продолжение. Но здесь я также сделал. Здесь не оригинальная кромка, и здесь не оригинальная. И вот я продолжу, чтобы бок был также один рисунок. Можете это увидеть. Вот. Да? Вот рисунок продолжается здесь. Можно этого было бы не делать. Этот бок оставить вверх оригинальную кромку, фаску. Этого можно было бы не мучиться с этим. Но я сделал так. Это мое. На мое усмотрение было сделано. Вот, да, видите. И я думаю, что так красивее. Может, это никто не заметит. Даже хозяева этого не заметят. Но я считаю, что так должно быть. Ну, в принципе, я вам показываю свою работу. И это все сделано без водной машины, вручную. Также раковина приклеена на силикон. Все функционирует, не капает нигде, не протекает.